Хочешь узнать секрет? Конечно. Я уже делал это. Завтра ночью я приму таблетку и вернусь на неделю назад. Назад? Прямо в больницу. У нее в теле растет черная дыра. Сколько ей осталось? Думаю, может, неделю. Мне жаль. Они смотрят матч. Все это уже было. Много раз было. Тебя зовут Паула Кампас. Ты работаешь в лаборатории. Я из будущего. Я знаю все, что произойдет. Сколько пальцев я показываю? 3. Теперь средний палец. Сейчас твоя кошка мяукнет. И ты спросишь, это правда происходит? А я отвечу, да, это так. Хочу не 5 дней, а целую жизнь впереди. Эй, знаешь кого-то, кто может помочь? Наноскопический человек. Давай решим проблему путешествий во времени. Ты справишься? С ними все будет хорошо. Мы пробовали все. И я все еще не могу это сделать. Есть ли мир, где я живу, и нет дыры в груди? Не знаю. Есть вещи, которые я мог бы изменить. Не хочу рисковать этим моментом с тобой. Все, что я мог сделать, все версии меня. Думал, каково это — исчезнуть. Сколько бы ты хотел? Больше дней.